Спортивная площадка в селе – это точка сосредоточия жизни местного населения. Так считает Станислав Воскресенский. Губернатор приехал в Шуйский район, чтобы лично проверить, как в селе Афанасьевское поставили спортивную площадку. Современную, на 4 вида – баскетбол, волейбол, теннис и мини-футбол. Сколько у нас таких площадок вообще предусмотрено на будущее? Мы подали 4 в Минсельхоз, но пока комиссия результат еще не определила. Понятно, мы будем добиваться. То есть это только для игровых видов спорта? Да, площадка. Да. Понятно, понятно. Площадку сделали в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» финансирование Минсельхоза. Местные довольны, но попросили еще отремонтировать спортзал. У нас детям негде было заниматься. Мы очень благодарны за эту площадку. Такую площадку она надо. Одна здесь получается, да? Да, да. На все поселение одна. На все поселение одна. Одна на все поселение. Где раньше занимались детишки? Ну вот где придется, вот у нас маленькое футбольное поле было. Внутри, да. Был футбольное поле. Сейчас он крытый, да, спортзал? Да. А сейчас что с ним? А сейчас ремонтировать его ремонтировать надо, он развалился у нас практически. В советские времен постройки. Объект обошелся региональному бюджету в 6 миллионов рублей, еще 1,5 – федеральные средства. Само финансирование было начато в летом и, соответственно, вот за время, ну, практически в конце лета. Поэтому по срокам строительства было все в рамках сроков предусмотренных. Правда, обновить площадку жители, наверное, смогут только весной. Несмотря на то, что покрытие позволяет пользоваться ей зимой, желающих мерзнуть под открытым небом немного. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Шуйский район.